Спонсор выпуска – YouTube-канал CodeGame1. Первый код в истории, который делает прохождение игр и много разных няшностей. Множество разных видео по GTA Online, баги, летсплеи, монтажи и многое-многое другое. Подпишись ради добра. Ссылочка в описании. Теперь я похож на Джокера? Нет, совсем не похож. Давай, давай, сделай это, сделай это. Почему ты шепчешь? Детонатор! Снято упоротым братом Криса Нолана. Он не кричал в той сцене «Детонатор!» Так все и было. Детонатор! Так может ты объяснишь, почему ты говоришь шепотом? Я говорю шепотом, потому что «Детонатор!» Снимите это кто-нибудь. Я сейчас подниму свои руки. Поехали! Да! Поднимите ваши руки, да! Разве это не весело? Запишите это, я хочу запомнить этот лучший момент моей жизни. Пока, Венос! Увидимся через 10 лет, потому что как раз за это время колесо прокрутится. И оно остановилось. Оно снова остановилось. Смотри, смотри на него! Кто-нибудь это записывает? Да, я записываю. Я сделаю пару фотографий для твоей семьи. О, я теперь могу видеть. Теперь у меня вид от первого лица. Да, у меня тоже вид от первого лица. Отойди от меня, ты слишком близко встал. Я сам не могу пройти. Вот жизнь, это необычно. Венос, да? Лучше посмотри по сторонам, я отправил за тобой грабителя. О, нет, нет, нет. Следи по сторонам, Венос. Где он? Где он, Марсель? Я не вижу, я тоже от первого лица смотрю. Он уже рядом. Он уже совсем близко. Черт, черт, черт. О, он прямо здесь! Вот черт! Бежим! Бежим! Я должен добраться до машины! Забирайся! Забирайся, забирайся! О, черт! Да, да, да! Нет, нет! Нет! Нет, он уезжает! А ну-ка, свали из точки! Я тебя достану, сучка! Вали его, вали! О, извини! Куда он делся, куда он делся? Ногла достал его. О, спасибо, Ногла. Ага, я убил его. Правда, это был мисс Мэй. Но он, наверное, тоже был грабителем. Все равно спасибо. О, черт, это необычно! Ты от первого лица смотришь? Да! Время посвящения. Я не могу двигаться. Я знаю, это потому что ты еще не посвящен. Я тебе помогу. О, черт! Все кружится вокруг меня! Что происходит? Хватит бить меня, сучка! Это такое посвящение! Пошел ты! Я не могу! Я не могу! Это какой-то сон! Это плохой сон, если ты не можешь двигаться. Делириус, ты где? Я здесь! Я вижу тебя! Черт побери! Ты не должен был меня заметить! Пошел ты! Хватит меня бить постоянно! Почему я не могу ударить? Что происходит? Офигенный вид от первого лица, да? Венос, отвали! Джимми, помоги мне! Эй, какого черта, Джимми? Джимми, Джимми, помоги! Нет, как я убил тебя? Я даже не видел тебя. Не знаю. О, я увернулся! Я не могу повернуться! Ты где? Я впереди, около аттракционов. Мы тебя подберем. Садись. Садись. А, черт! О, черт! Какого хрена? Марсель, ты стреляешь из своего пальца. Встречался я недавно с девчонкой, и тут у меня палец, как начнешь шмалять! И она умерла? Не, мы с ней еще несколько раз встречались.
Эй, парни, я на месте, я готов ехать. Ладно, давай, ты поведешь. Джимми, освободи место, я там сяду. Ну чё, как, парни? Так, теперь Делириус, убирайся. Какого черта? Мудила! С дороги, копы! О, прикольно, тут есть комп в полицейской тачке. Садитесь! Мы идем! Эй, осторожней! Залезайте, 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 залезайте! Я пытаюсь! Ты арестован! Ты арестован, макака! Какого черта? Мне сегодня в напарники дали какого-то клоуна! Эй, на себя посмотри! Марсель, как оно? О, черт! Они хотят его освободить! Это не настоящие копы! Он выпрыгнул! Он выпрыгнул! Где он? Где он? Как ты умер? Я готов! Залезай! Пустите меня! Да, поехали! Обезьяна, мы были арестованы! О, черт! О, мой бог! Джимми! Тележка с хот-догами, держитесь! Я кинул гранату, парни, уезжайте! Что? Как? Я кинул гранату вперед! Ладно, я отъехал. Какого черта мы застряли? Стреляйте по ним! О, да, да! Хватит! Хватит кидать гранаты! О, черт! Какого черта этот коп делает? Зацените! Смотри, ты видишь его? Он застыл! Он у тебя здесь, со стороны моря? Нет! О, черт, это грабитель! У меня он застыл с этой стороны. О, он рядом с твоей тачкой! Он внутри! Нет, он снаружи, как будто пытается открыть дверь. Тебе лучше убрать свои руки от моей машины, приятель. Извините. О, что за черт? Я застрял! Я застрял! Какого хрена ты делаешь? Ты трясся как вибратор. Я попытаюсь уехать. О мой бог, смотрите на его голову. О мой бог, помогите! Помогите! Эта тачка не двигается. Мне уже становится плохо, парни! Черт, мне страшно, эта хрень убьет меня! Тачка не едет! Кто-нибудь подтолкните этот кусок дерьма! Почему я не могу завести эту хрень? Помогите! Ты трясешься как псих! Почему эта тачка не двигается? Почему Марсель застыл? Почему ты не дохнешь? Почему меня так трясет? С чего я-то умер? Так много вопросов и так мало ответов. Погнали, да! Да, вот так! Вот так! Успокойся, чувак! Успокойся, ты натрешь себе мозоль! Как ты там, Делириус? Это просто божественно! Это фантастика! Он задрочился до смерти! Давай, следующий!